Друзья, привет! Как я обещал, делаю видео об этом автомобиле. Немного надоело всем рассказывать одно и то же. Как бы не люблю много внимания со стороны окружающих, мне проще сделать видео, потом поскидывать вам ссылочки в интернете. Это обыкновенный Mercedes 202 кузове 1.8, немножко с особенностью. Так как ездит он не только на бензине, ничего нового вы не увидите, ничего сверхъестественного я вам не покажу, ничего необычного здесь нету. Это обыкновенная газогенераторная установка, в народе говорят, автомобиль на дровах. Работает она на пеллетах. Пеллеты гораздо лучше деревянных чурочек. Пеллеты компактные. Пеллеты сыпучие. Пеллеты с меньшей влажностью. Небольшая цена. Делалось ради развлечения, без каких-либо точных чертежей, расчетов. Поэтому по мере эксплуатации мы что-то переделываем, что-то добавляем. Бензин, конечно, есть бензин. На бензине машина едет по-любому лучше. Сейчас выедем на трассу, проедем пару километров, попробуем максималочку. Пятая передача работает стабильно, не дергается. Сотня. Пользуясь случаем, передам корешу привет. Андрюха, Слон, привет, жди в гости. Вот это у нас регулировочная заслоночка. Воздух, газ. Это тумблер отключения бензонасоса. Это подрыв топлива, там свеча накала. Это бензонасос кратковременно, бывает, помогает. Сейчас заведем на бензине. Переключимся на газ. Бензонасос отключаем. Главное подобрать воздух, газ регулировочной заслоночкой. Заведем на газе. На холостых обороты держит. Ребята, я никого не заставляю переделывать автомобили, никому не советую, не принуждаю. Это просто у нас появилось немножко свободного времени. Ездить можно, но не все так просто. Лучше использовать на дальних дистанциях. Много у кого возникнут вопросы. Можете писать их в комментариях. У кого возникнут негативные комментарии, писать их в принципе бесполезно. Это видео любительское, сделано для друзей, знакомых. Кому интересно, можете подписываться на наш канал. Если будет много подписчиков, я сделаю более детальные видео. А также в дальнейшем вы сможете увидеть другие наши интересные автомобили. Всем пока!
Thank you.